Ну что, Центробанк с Генпрокуратуры России опять сегодня стали ньюсмейкерами по биткоинам. Сегодня 6 февраля, вот видите. ЦБ и Генпрокуратура разработают методы борьбы с биткоинами. И какие заголовки. Не могут использоваться в Российской Федерации. Правоохранительные органы и ЦБ начали борьбу с биткоинами. Генпрокуратура объявила о начале борьбы с криптовалютами. Центробанк и полиция решили вместе бороться с биткоинами. РБК Daily. Биткоины и виртуальные валюты не могут использоваться в России. Коммерсант онлайн. Биткоины не могут. Банк России и полиция договорились вместе бороться с биткоинами. Генпрокуратура России подключилась. В общем, не успели неделю назад отгреметь события. 27 января арестовали Чарли Шина в Америке. Это основатель первой биткоин-биржи крупной. Хотя говорят, что он вообще основатель, как писали. Я уже видео записывал по этому поводу. Говорили, что он вообще основатель биткоинов. В тот же день, кстати, Центробанк России выпустил пресс-релиз, где сказал, что на территории России не рекомендуют использовать биткоин. А сегодня, вот, значит, подробнее на всех новостных статьях, что тут у нас на сайтах. Силовики и ЦБ считают, что криптовалюты несут высокий риск. Прокуратуре России напомнили, что в соответствии с 27 статьей Российской Федерации. Так. Что тут интересного? По итогам совещания были намечены конкретные совместные действия Банка России и правоохранительных органов по предотвращению возможных правонарушений. В свете предупреждают. Тут же дело в чем? Конечно, они могут совещаться сколько угодно, предупреждать, но биткоины-то чем были хороши, развитие их? Например, стали в мире открываться кафе, всякие там заведения, интернет-магазины, где можно было официально, легально расплачиваться биткоинами. То есть там в США можно за учебу платить, в колледже, там, в университете. Если бы это и в России было бы, кстати, в Санкт-Петербурге было уже кафе за биткоины, где можно было покупать. Теперь этого уже не будет, потому что силовики ЦБ будут, Банк России предупредил, что предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену виртуальных валют на рубли, иностранную валюту, а также товары будут рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций. Ну что это значит? Ведомостью. Это значит, что биткоины так останутся так любителями просто меняться между собой. То есть ими нельзя будет легально расплачиваться. То есть не надо к гадалке ходить, к бабушке, что, не знаю, по идее они должны упасть. Почему-то он на бирже стоит пока, как вкопанный. Около 800 долларов, да, сейчас за биткоин дают. Так, ведомости.ру, что нам сегодня? Ну, тоже все комментируют. Газета.ру, правоохранительные органы ЦБ начали борьбу с биткоинами. РИА Новости, силовики и Центробанк взялись за борьбу с криптовалютами. Намечены конкретные совместные действия Банка России и правоохранительных органов по предотвращению возможных правонарушений в сфере денежного обращения.
В общем, в чем были преимущества биткоина, тем оказался он и минус, что, я же говорю, нельзя будет легально расплачиваться. Конечно, можно, его обмен между людьми никто не может запретить в интернете. Это не запретишь. А тут версии, кому перешел дорогу биткоин. Чем он так не угодил Сбербанку, конкурент. Пирамида ФРС. В общем, посмотрим, что будет дальше, как биржа себя поведет. Россия, конечно, не самый крупный игрок, но вот уже там и в скандинавских странах принимают как бы его за товар, и вообще хотят, там разрабатывается закон, чтобы если его примут за товар, ну как бы приравняют к товару биткоин, то организации должны будут, ну те же самые кафе, например, или там заведения учебные, принимать, когда если будут, то должны налоги платить с него. То есть, опять же, не знаю, посмотрим, как это все будет. По идее, он должен упасть. Ну, как я уже говорил, самое будет время, кто рисковый, покупать, а кто мнительный и у кого они есть на руках, продавать. Хотя каждый решает сам, посмотрим. Ладно, ждем развития событий.